Торговый центр Сувар Плаза представляет. Как только витрины магазинов начинают светиться праздничными гирляндами, наступает самое время задуматься о выборе новогодних подарков. Атрибут современной деловой жизни – статусные подарки партнерам и коллегам по бизнесу. Их преподносят для того, чтобы выразить уважение к адресату подарка, подчеркнуть его высокий социальный статус. Разобраться с выбором статусных бизнес-подарков нам поможет известный казанский дизайнер Олег Чукальский. В такой ситуации разумнее всего делать ставку на оригинальность и уникальность подарка, нежели на его стоимость. Однако не стоит забывать, что вещь, выбранная в качестве статусного подарка, не может быть дешевой. Хорошим бизнес-подарком может стать вещь, отвечающая интересам статусного лица и являющаяся уникальной в своем роде. При этом идеально, если бизнес-подарок не будет унесен домой, а останется в рамках рабочего пространства, вызывая в дальнейшем исключительно положительные деловые ассоциации со своим дарителем. Олег, я как-то слышала такое выражение, что аксессуары играют в образе роль знаков пунктуации. И как ни один серьезный писатель не станет пренебрегать тире и восклицательными знаками, так и ни один успешный человек не упустит возможность подчеркнуть свой статус с помощью достойных аксессуаров. Совершенно верно. Правильно работая с аксессуарным рядом, вы имеете уникальную возможность влиять на мнение окружающих людей о вашей личности, ненавязчиво заявлять о своем статусе и социальном положении. Чем выше карьерная позиция, тем более важными становятся мелочи. Высокое качество, сдержанность, элегантность – эти признаки определяют набор аксессуаров успешного мужчины, будь то элементы одежды, украшения или канцелярские принадлежности. Одна из старейших компаний, специализирующаяся на выпуске статусных приборов письма, портфелей и наручных часов – это компания Montblanc. Про такие аксессуары говорят, что они заметны, даже если их не показывать. Среди приверженцев Lovestyle от Montblanc немало политиков, деятелей культуры и бизнесменов мирового значения. Если у получателя подарка есть давние хобби или увлечения, то, конечно, очень много вариантов. Например, коллекционерам можно подобрать какие-то элементы коллекции, любителям сигар можно подобрать дорогие экземпляры или элитные зажигалки. Ну, а любителям путешествий можно подобрать дорожные сумки, саквояжи и другие дорожные аксессуары. Сложно не узнать зажигалку, запонки или зажим для галстука, изготовленные компанией Estée Dupont. Истинные произведения ювелирного искусства, все они в равной мере обладают теми признаками стиля и качества, которые отличают аксессуары премиум-класса. Отдельного внимания заслуживают кожаные аксессуары от Estée Dupont. Ее классические каноны, металлические детали из матового палладия, подкладка королевского синего цвета и нашитый вручную триколор, напоминающий о французском происхождении бренда. В отличие от мужского, женский аксессуарный ряд более разнообразен. С помощью аксессуаров женщина может заявить о своем социальном статусе. Также она может произвести впечатление на мужскую половину и заявить о своем настроении для окружающих. Украшения и аксессуары от австрийского бренда Freiwille невозможно спутать ни с какими другими. Для их создания используется уникальная техника обработки драгоценной эмали и 24-каратное золото. Яркие и необычные ювелирные изделия привлекают внимание своей несомненной художественной ценностью. Такие аксессуары предпочитают те, чья душа молода и открыта для всех красок этого мира. И хотя ювелирные эксперты считают, что бренд отмечен цитатами яркого стиля хиппи, при этом качество изделий всегда характеризует исключительно как лакшери. Торговый центр Сувар Плаза – это собрание более 80 лучших мировых брендов в центре столицы. Превосходное качество обслуживания и огромный выбор эксклюзивных товаров для самых искушенных. Сувар Плаза – вкус лучшей жизни. Спартаковская, 6.